Праздники ярче горят огни, но при их искусственном свете еще темнее становятся тени. В Британии вспыхивают стачки. Это тоже становится традицией. Не потому, что так удобнее рабочим. Сидеть за столом приятнее, чем стоять в пикетах. Но в это время легче привлечь внимание других к своим горестям. Во время праздников полицейских на улицах было раза в три больше, чем обычно. И дело не только в том, что в британскую столицу традиционно съезжаются и воры-карманники. В Лондоне и других английских городах раздались взрывы бомб, напомнившие о том, что проблема Северной Ирландии и в новом году так же далека от решения, как и прежде. И все же англичане стараются хотя бы на несколько дней забыть о каждодневных заботах. Конечно, было бы интереснее показать все на экране, как это происходит. Но мы с кинооператором Сергеем Шишкиным не решились попросить о съемке даже наших близких английских друзей. Это означало поставить бы их в неловкое положение, испортить им торжество единственного в году семейного праздника, когда англичане не хотят думать ни о чем постороннем, не хотят оказываться на людях. Только за окнами слышится иногда музыка, веселый смех, да мерцает где-то в глубине огоньки зажженной елки.